Добрый день, друзья, подписчики и гости канала. С того момента, как я завел аквариум для креветок Сулавеси кардинал, они стали моими любимыми креветками на данный момент. И это связано не только с тем, что смотрятся они великолепно, но и с их интересным поведением. Они более подвижны, чем другие виды креветок. Постоянно ищут корм на дне и камнях. Могут целый день заниматься общипыванием водорослей с камней и стенок аквариума. С удовольствием очищают раковины улиток с острова Сулавеси, которые проживают с ними в одном аквариуме. В природе креветки кардинал встречаются в озере Матана, острова Сулавеси в Индонезии. Кардиналы не требуют особого рациона и с удовольствием едят те же корма, что и другие виды пресноводных креветок, но больше предпочитают корма фирмы Широкура. Разведение креветок кардинал достаточно несложное. Главное создать для них подходящие условия. У креветок отсутствует личиночная стадия развития и особые требования к составу воды. Поэтому беременную самку можно оставлять в общем аквариуме. Свое потомство креветки не трогают. Вылупившаяся молодь имеет окраску взрослых креветок и довольно быстро растет. Как вы видите, креветки прекрасно живут в моем аквариуме и с успехом размножаются. От 10 креветок кардинал, которые принес, у меня сформировалась довольно большая популяция в небольшом аквариуме. Еще недавно высадил в этот аквариум пару веток Амании Сулавеси, так как она не только произрастает на острове Сулавеси, но и выдерживает довольно высокие температуры воды при содержании. Вот, наверное, и все, что хотел сказать про этих замечательных креветок. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. До новых встреч!